котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Концепция. Рассказываю. Сегодня была проведена сборка. Концепция. Сделал руль, также сделал сиденье. Вот. На мотоблочную технику также произвел испытания. Муравьи. Прошло уже 2 месяца. Да хоть 10. А швы так и не исправил. Дрендулет твой дальше, грядки с помидорами. Ой, и верни тречум и дерку. А то зябл запишут. Значит, тебя, смотри, вы, да, женщин, вы бичевые женщины на мотоблоке. Смотри, фиксируй, не сиди без дела. Не, пацаны, я вам всем серьезно говорю. Вот, серьезно прямо говорю, да. Серьезно, серьезно, серьезно. Я вам серьезно говорю сейчас. Эта штука, ну, боковые вот эти вот, конечно, не хватает, да. Сегодня были испытания уже, видите, по колесам, да, видно, мокрое. Отражение пениса на кафеле. Ха-ба-ба-ба. Где? Кто? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Где, сука? Нету ничего. Ничего нету там. Да. Я тебе внимание, внимание, дедушка певет. Дедуля певет. Отличная техника. Только скажи, зачем ты коврик, пожелтевший из сортира, налепил на сиденье? Чё, дебил или чё? Под ламинат кладется, чтобы ламинат не прогинался. Что украинский диверсант занимается разработкой нового бандеромобиля на территории Российской Федерации в своем подвале. Оперативная группа уже выехала. Это под ламинат кладется. Школа в Самаре недавно исчез весь клей-карандаш. Это ты его ради своего инвалидного кресла спиздил. Если кто то пишет там чамарки, что типа я вчера психанул, что мне эту зомбу там выиграли, и начал варить мотоблок свой, это все бред. Решил, что, сука, все, пора, сука, вот это, значит, выпускать кракена. Я доделал. Внимание, внимание, женщина варит свою. Внимание, внимание, женщина сделала инвалидную коляску. Внимание, внимание, у женщины армированный скотч. Внимание, внимание, женщина критикует квадроциклы. Я понял. Деда, а это ручник или твое водительское место? Ля, ты, конечно, пожилая кракозябра. Раму твоего мотоблока, может, первоклассник пластиковой лопатой разломает. Ты не думал сдать эту хуйню на металл и взять пиво? Что будет, если взять газонокосилку, двигатель от BMW, 4 эрекционных кольца и спойлер от десятки? Вот результат на экране. Вот скажи мне, чучело, на чем ты поедешь в лес за дровами, а, женщина? Ну давай, парируй. На самом деле это не сидушка, а спойлер, это... чтобы прижимало к асфальту сильнее. Ручки нужны, чтобы поводья от богданчика к ним крепить. Завтра дед в упряжке на СТО поедет, чтобы сход и развал сделать. Собака процент. Как работает электротормоз, дядя? Ты просто нажимаешь, и у тебя глушится движок. Ну, замыкает, понял, катушка. Вон, витая пара, кабель к ней идет. Видишь, да? Серенький такой-то. Я придумал. Вот. У меня просто в этой паре много там километров. Там мне привезли, пасыки подарили. Самарский стример погиб от столкновения с голубем. Армированный скотч не выдержал пенсионера, и сидушка сорвалась с креплений. Сварные швы были изготовлены неким Денисом под Сталенко. Пришли римские солдаты к Аристотелю. А тот под оливковым деревом валяется и стонет. Пацаны, я маслину поймал. Значит, вот эти все умники, я витую пару даже использую, чтобы электричество давать. Понял, у меня в доме электричество и витой пара сделано. На себя это первое. Потом, внимание, вправо, в Самаре появился вперед, городской сумасшедший. Постоянно ошивается около ламоды. Перемещается на мобильном дилгдо-дроне, называя его мотоблоком. Мотоблочный мир у меня стоит, вот, пожалуйста. А почему вместо руля там 2 держателя для туалетной бумаги по бокам? Даже бумага еще есть, черная и белая. Так как ты собрал унитаз на колесах, завтра я приду и насру на руле сидушку. Чат, ставь плюс, и я сделаю это. Наваляю коричневую ароматную историю. Камри. Значит, вот все. Если кому интересно, нормальным пацанам, как там, что, сколько размеры, где, куда, что, как, сколько там, какой толщина использовался проволоки для сварки,
0,8, сразу скажу, чтобы вопросов не имелось, там 0,8 толщина. Ты почему меня игноришь? Я понял, ты ЧСВ, ему трактор хочу подарить, а он... Будем заводить его тогда. Не заводится, давай толкнем. Трактор мне нужен, мне все нравится такой мощный. Я тебе там в ВК написал, чекни, это важно. По поводу мотоблока, если что-то другое, мне пока вообще не интересно, понял? Если вопрос вам мотоблочного мира как-то будет обсуждаться, Базара Эскалибур, меч древнейшего восстал, пожалуйста. Я сел на твой пьедестал и достал меч. Вот тебе и все, да. Да, выглядит, конечно, честно, ладно, соглашусь с вами. Сиденье выглядит не премиум. Ну, здесь и не надо быть премиум. Здесь главная надежность. Вот, пожалуйста, если вот эта сука кто-то возьмет там, и вот это вот, вот эту мою технику, да, ласточку, и кто-то, сука, мои уши там на нее нарисует, или рот там расквашенный там, какие-то еще части тела, лица, будет на моем вот этом аппарате, тоже бам, понял? Все. Тоже, здравствуй, сука, дедушка, здравствуй. Подскажи, как ты борешься с волосами на голове, и не говори, что ты с ними не борешься, фотки врать не будут. Вы что, блядь, издеваетесь, сука, надо мной или что? Дед, предлагаю новый стартап для Mammoth Incorporated. Организуй курсы вождения на мотоблоках, я запишусь. Кто это? Кто эти люди вообще? Что они здесь делают? Значит так, смотря. Вот это что? Вот это что, сука? Вы что, дебил или что? Это что, сука? Вот это что? Это нормально, да? Ну, то есть это так должно быть, да? Все здесь порядочно, да, или что? А какой посыл она несет? Объясни, пожалуйста, что это за бред? Вот это что? Не, ну красиво, Базара древний меч. Я сегодня поставлю ее, да, заставку, да. Прикольно, только как-то странно все. Как-то непонятно. Это ж этот самый фильм про Робин Гуда, Чикаг. Ну, этот, который вот этот чувак убивает, ну, убивал челов. Ну, объясни, ты куришь, ты наркоман, или у тебя какие-то беды там, заловочка, или что это такое? Ну, ты мои части тела нахуярил на дырчик. Ну, типа, чё, в чём брэк? В чём брэкчик, чувак? Ты что, проколнулся, типа, проколюху выдавил или чё? Мне не нравится бегемот, понял этот? Я тебя забаню, и я считаю, что это правильно, потому что я такой не одобряю, понял? А, ну это один и тот же челик. Профильтрую, да. Да, сука. Не, ну так-то выглядит, конечно, борзо. Борзо смотрится. Ну тоже бан. Вот, пожалуйста. А ты знал, что я репер? Ты супер!